сюда, рыцарь! Нам помощь ни к чему. Не бойся, добрый человек. Расправа наша будет скорой, и эти проходимцы уже не вернутся. Гляди-ка, Мильтон. Геральт! Собственной персоной. Здравствуй, ведьмак. Идем. Поприветствуем старого знакомого, как полагается. А вы не страшитесь, ибо скоро настанет конец главенству бесправия. Я видел сообщение на доске объявлений. Видишь, Пальмерин, я был прав. Достаточно было пройти по следам убийцы Грифона из Белого Сада. И вот, в конце концов, мы отыскали Геральта. Мильтон де Пирак Пиран и Пальмерин де Ланфаль. Рад видеть вас через столько лет. Уверяю, радость твоя взаимна. Прости, что принимаем тебя в таком месте. Когда мы оповестили старосту, что возьмем деревню под свою опеку, он предоставил нам это место для постоя. И уверял, что это лучшее жилище в деревне. Опять ввязались в авантюру. Мы открыли, что с тех пор, как Риданский гарнизон оставил эти места, местных крестьян терзает множество несчастий, из которых наибольшее – это тирания бандитов. Вскоре разбойники прибудут в деревню, дабы собрать дань, и мы с Мильтоном намерены оказать им прием. Мы оба поклялись восставать против несправедливости и угнетения. Тебя это дело, разумеется, не касается, но будь добр. Подожди нас, чтобы мы могли изложить тебе наше дело. После того, как справимся с разбойниками. Приветствую вас, друзья, с вами Верус, и мы начинаем прохождение нового дополнения, ну, для меня нового дополнения к Ведьмаку третьему, Кровь и вино, будет литься рекой. Ну и давайте поможем, когда мы бежали от драки. То есть вы собираетесь выйти к бандитам и сразиться с ними? Пальмерин сперва желает воззвать к их совести. Но мне кажется, что этого будет недостаточно. Это точно. Нужно дать им шанс. Не раз и не два бывало, что закоренелый грешник сходил с пути злодейства, выслушав слова осуждения. В этих краях такого не случается. Даже если они не внемлют моему внушению, мы будем знать, что сделали все, что в наших силах. Будь по-вашему. Если Пальмерина подведет его риторика, я вам помогу. Замечательно. Значит, подождем прибытия разбойников. Подождем. Едут! Слышите, похоже, прибыли ваши разбойники. Так выйдем их поприветствовать. Слушайте, нечестивцы! Это он нам! Я, Пальмерин де Ланфаль, призываю вас к раскаянию. Смотритесь в ваши сердца, или вы не видите, что они черны. Вот потеха, ну дела! Не годится притеснять слабосильных и грабить их имущество. Сойдите с пути преступлений, и мы оставим вас в покое. Ну ладно, пошутили, посмеялись, а теперь валите отсюда. А то я сейчас терпение потеряю, а вы еще кое-чего. Не, погоди, Зон, они такие потешные. Может, еще фокусы какие покажут? Эй, комедианты, а жонглировать умеете? Или так, чтоб... Один огнем дышал, а другой пердел, а? Ну, давай так. Пока. Благородный Пальмерин дал вам шанс, а я даю совет.
Делайте, как он говорит. А то что? А то будете вы драться со странствующими рыцарями на службе княгини Тусента. Они такие, как вы, на завтрак с кашей едят. Их трое, а двое в железке закованы. Вернемся-ка попозже. Баба какая-то их прислала. Выходит, мы боимся баб и скоморохов? А, оскорбили княгиню. Ай, нехорошо. Такого оскорбления мы не оставим безнаказанным. Клянусь саплей, вы заплатите за него собственной кровью. Во имя журавля, к бою, негодяи! Ну что ж, да прольется их кровь. Пора соответствовать дополнению, да? Кстати, обратите внимание, медвежий доспех в полном комплекте. Причем даже арбалет я сделал специально, чтобы соответствовать полностью. То есть меч, и один, и второй, арбалет, полный доспех мастерский. То есть, ну, все у нас тут. Мы закованы. Да, это тяжелый доспех. Да, очень высокая нагрузка и тяжелый доспех. Я в любых играх не люблю. Я потом найду какие-нибудь руны полезные, сюда запихну. Кстати, я к этому еще зачарователю так и не сходил, да? Так вот, решил попробовать, пока змеиные нам недоступны. Там 39-40 левел надо ждать. Поэтому для разнообразия наш Леон в таких вот ночнушках побегает. Ах ты, зоргище несчастное. Так, меня... вот, что интересовало сейчас. Че, вы все на ведьмака? Нехорошо на рыцарей нападать. Они вон со спины подошли из орга. Зарубили, мы тоже подключимся к этому. Вот, обезглавили его еще. Негодяи! Что же они не выходят? Ведь все уже кончилось, мы одолели негодяев. Освободили деревню от угнетателей. А я вас предупреждал, они боятся вас не меньше, чем бандитов. Так что на цветы и фанфары не рассчитывайте. Здесь не Тусент. А, правду говорят, что на севере даже благородный поступок обращается в ничто. Время возвращаться домой. И мы вернемся, друг. Пойдем, Геральт. Мы должны представить тебе наше послание. Послушаем. Ну, говорите, что вас привело. Мы должны передать тебе все послание от ее сиятельства княгини. Ибо традиция... Ибо традиция в Тусенте — это святое. Ясно. Благодетельный Геральт, усмиритель всяческой нечисти и чудовищ, кои на погибель безоружным по свету рыщут. Никогда еще не слыхали, чтобы отказал ты невинным своей помощи, а вдовам и сиротам спасения не дал. Прибудь же на наше воззвание. Спаси нас от бестий, кое кровь проливает на улицах, равно страх сея в сердцах состоятельных и убогих. Молит тебя о помощи многомилостивая покровительница несчастного города, ее сиятельство княгиня Анна Генриетта. Ответишь ли ты на зов? Анна Генриетта правда именно так и сказала? Вообще-то она сказала привести мне ведьмака
И быстро, одна нога здесь, другая там. Только чтобы в этот раз приехал один. Остальное добавил княжеский церемонимейстер. Ну, сам знаешь. Традиции. Да, я помню. От себя добавлю, что ты можешь ожидать щедрой оплаты. Но вознаграждение уже сам разговаривай с ее сиятельством. Еще никто и никогда так горячо и так учтиво не убеждал меня принять заказ. И раз с официальной частью покончено, расскажите-ка об этой бестии. Речь идет о чудовище, так? Со всей уверенностью, хоть никто и никогда его как следует не видел. Находили только тела людей, умерщвленных страшным образом. У нас есть рисунки, сделанные со слов людей, которые якобы видели бестию. Но все различаются. По-моему, все свидетели лгут. А сколько чудовище убило человек? Двоих. Едва ее сиятельство узнало о второй жертве, она отправила нас за тобой с обещанием наградить тебя землей и состоянием в золоте, если ты согласишься прибыть. Плохо дело, Геральт. Бестия неуловима. Говорят, она владеет черной магией. Убитые были людьми благородного происхождения. Облизится большой турнир. А откуда мысль, что бестия владеет черной магией? Первая жертва пропала из-за стола, накрытого к вечере. Сотрапезники были заняты беседой, и только через минуту кто-то обратил внимание на открытое окно. Вскоре на улице раздались крики, поскольку обнаружили труп. С другим убитым была похожая история. Он сидел, заперевшись в комнате. По дому сновали слуги. Имение охраняла стража, но бестия выволокла его как-то на городской рынок и там убила. Никто ничего не видел. Никто ничего не слышал. Мы не боимся таких созданий, от которых защищают меч и панцирь. О бестии же ничего не известно. Кроме того, что она неуловима и убивает без труда и без видимой причины. На эту бестию уже охотились? Странствующие рыцари, например. Пробовали подманить чудовище, но ничего хорошего из этого не вышло. Бестия ловкая, умная. Избегает засад, нападает внезапно. Она как призрак. Нам нужен опытный следопыт и знаток чудовищ. Одним словом, ты. Вы упоминали о турнире. Почему княгиня его не отменила? Уже поздно, все гости прибыли. На арену выйдет цвет рыцарства всех земель. Среди них родня императора. Бестия может представлять угрозу не только для подданных ее светлости. А если погибнет иноземный аристократ, будет скандал или дипломатический инцидент? Так, с отменой это сейчас прям больное место. Так, а ну-ка, давайте подумаем сейчас, залутаем а этих бандюков. Путь не близкий. Надо подумать, хочу ли я туда ехать. Мы надеялись, что ты все же согласишься. Слушай, Геральт, без тебя нам возвращаться ни к чему. Досточтимая княгиня отрубит нам головы. Если не хочешь, чтобы у тебя на совести были жизни двух твоих старых знакомых, возвращайся к нам поскорее и соглашайся. Мы будем ждать здесь. Как сказал Мильтон, у нас нет другого выхода. Ну, сейчас, не переживайте. Это почтенный ведьмак. Просто как бы доспехи дорого обходятся новые. Так что лучше вон, что если есть, залутать. Блин, а тут лут вообще никчемный. Они издеваются, что ли, бандюки? Вроде бы выглядели солидно. А тут даже внутри никого нет. Ладно, куклы эти нам не нужны. Ну ладно, залутаем. Сейчас... Не цепляйся, пожалуйста. Хоть какую-то копеечку-то получим за эти
Нет, нет, мечи, цветы после себя. Они что, букетами сражались? Я не пойму. Ну, я так-то видел, что они махали мечами, палицами, щитами. А тут он по факту, мы собираем сейчас букеты, яблоко и наркоту. Как будто ведьмак был под наркотой на самом деле, и это все ему приснилось. А он сражался с мельницей в это время. Ну ладно, все, пошли, все друзья. Как я и сказал, без тебя мы вернуться не можем. Да и некуда нам без тебя возвращаться. Ты передумал? Примешь наше предложение? Я готов отправляться. А, значит, в Тусент. В Тусент. В Тусент. Главное, чтобы не в Туза. Который губит к 11. Ну, к сожалению, да, кстати, чертежа у меня не будет змеиного. Ну, все правильно. С предыдущего дополнения я один чертеж, как мне писали, сокровищницы пропустил все-таки, хотя вроде бы ящики лутал, но... Ладно, доспехи есть, меч, в принципе, серебряный будет. Край вина и любви. Таким он мне и запомнился. Ай, красота. Кое-что Сочи. В Боклере успело измениться. Осмотрись при случае. Сам во всем убедишься. Как по мне, Боклер всегда был такой сказкой. Рыцари, эльфские дворцы. Ты что, хочешь сказать, что мы чудные? Ты заблуждаешься. И в том клянусь я цаплей. У них тут даже великаны со снарягой. Напоминает немножко этот Warhammer Fantasy Football, да? Добро пожаловать в Тусент! Я поклялся, что убью чудовище! Один за всех и все за одного! Достается ведьмаку только. Надо было не прекращать. Его тогда сбили с атаки. Причем вот сейчас, вот парадокс, он по факту физически должен был доставать и попадать по ведьмаку, но урон он не нанес. Ну то есть первое уклонение ушло, а дальше он ничего не сделал. И заморозки хорошо работают. Помните, мы так уже циклопа валили, который был выше нас по уровню. И заморозка нам нереально помогла в этом. Ну, а здесь циклоп был еще и в доспехах. Великана в одиночку не слишком рассудительно. Так ведь и любовь не знает рассудка, ведьмак. Ну, Гелиом, какой же даме ты поклялся, что убьешь для нее чудовище, а? Прекраснейший из всех. Не хочет называть имени, так пускай не говорит. Я не знаю вас, господин, и вы не похожи на рыцаря, но обязан поблагодарить за то, что вы пришли мне на выручку. Этот трофей полагается вам. Странно. Великаны обычно избегают населенных мест. Это не простой великан, а прославленный Голиаф,
Говорят, некогда он был рыцарем, но нарушил свои обеты, и за это владычица озера обратила его в дикого гиганта и изгнала на гору Горгону. То есть он спустился с гор? Пару раз в год голод выгонял его в долину. Голиаф убил множество пастухов, так что Гильем сражался с благой целью. Ну что же мы вот так стоим и болтаем в чистом поле? Я принимаю трофей. Почему нет? Может, кто-то за него заплатит. А ты неплохо сражался с великаном. Ты уже дрался с чудовищами? Нет. В Тусенте мы сражаемся в основном с разбойниками. Но я присягнул, что принесу даме моего сердца голову монстра по образцу славного Готфрида, укротителя великанов. Надеюсь, ты не станешь охотиться на бестию. Оставь это дело Геральту. Меня ждет другое испытание, а если Геральт желает заняться бестией, пускай знает, она напала снова. В излучине рядом с Куралиском река выбросила на берег тело. Там сейчас гвардейцы Дамьена де Латура ищут следы. Гвардейцы ищут следы? Поехали туда поскорей, пока они все не затоптали. Отправляйтесь. Я уведомлю ее милость, что Геральт уже прибыл. А после давайте встретимся на турнирных полях у палатки Гильёва. И я сопровожу вас к княгине. Турниры я люблю. Надеюсь, ведьмак примет участие в них. Долго ты будешь пилить этим ножичком на самом деле? Долго. Ну... Вот, 38-й уже левел, осталось немножко, 39-й, так что в медвежьем мы, конечно, левел этот еще добегаем, как минимум точно. А там доспехи, не помню, то ли 40-го, то ли как оружие 39-го, по-моему, 40-го доспехи. 5% опыт за смертельный удар по чудовищу предлагают даже все-таки заменить. То есть сейчас он, кстати, удивительным образом почему-то здесь в инвентарь лег, обычно он сразу применялся. То есть посмотрим, как выглядит... На плотве сей трофей. Бочонок с головой. Ну, просто бочонок, да? Оттуда перья торчат. Прикольно. Трофей, трофей, трофей. Напоминает немножко, знаете, по сочности, по цвету. О, да, можно еще залутать. Большой. Чуть не пропустил это. Так-то я и лопату, да, со смотрителя пропустил. Как тоже мне писали в предыдущем дополнении. Напоминает по цвету этот Роя. Как он там? Arena of Elysium. Игра. Тоже Battle Royale. По цветности прям очень-очень сильно напоминает. Так, ну что по карте? Я Тусент этот не видел. Ну... Так-то, мне кажется, даже, наверное, побольше, чем предыдущее дополнение там с этим приростом. К основной карте. Хотя, может, и так же. Ну ладно, доски зачекаем, доски еще проверим. Сейчас же у нас основное задание активно. 35-й левел, Тусент. Все замечательно. Больше другого пока выполнить не могу. Погнали. На плотву. Едем. Отважный парень этот Гильём. Так, мутации и гроссмейстерское снаряжение ведьмачьих школ. Это чтобы, да, получить бонусы, про что писали, что улучшите свое снаряжение до этого уровня, чтобы получить бонусы за комплект заполнен. Дополнение кровь и вино. Вы сможете подвергнуть ведьмака дополнительным мутациям и таким образом открыть перед ним новые возможности. Скоро вы встретитесь с посыльным, который передаст вам очень интересное письмо. Прочитайте его и займитесь историей профессора Мора, чтобы узнать больше об этих мутациях. Кроме того, как говорят в Тусенте, можно встретить мастера кузнечных дел, который создает великолепные доспехи и оружие. То есть он сразу все создает. Отлично. Удобно. Собранные же в комплект его творения дадут вам дополнительный бонус. А то, блин, бегать вот к подножиям владений барона, пробегать там через все поселение, чтобы дойти до броника, вообще неудобно. Вы не пожалеете, что взялись за эти задания. Кстати, название «Кровь и вино» и некоторые подробности, которые нам уже рассказали, ну, лично для меня, по крайней мере, как мне кажется,
наталкивают на мысль, что все-таки вот этот монстр — это вампир. Кровь и вино, да, но обычно вампиров часто изображают, как они пьют кровь, словно вино, аристократы, особенно если что-то в этом роде. Вполне возможно, мы посмотрим. Мерин позаботился о его воспитании. Это его родич. Что-то у меня в ребрах колет. Это плохо. Ой, что ты дорогу не держишь, плотва? Никак не привыкну к этой вашей рыцарской манере речи. Особенно, когда вы говорите то цветисто, то обычно. Мы странствующие рыцари на службе досточтимой княгини. Посему, когда мы выступаем от ее имени, мы связаны традицией. А когда они выступают от ее имени, не связаны? Я даже не ускоряю специально, ну, чтобы диалог не пропустить какой-нибудь. Или больше не будет ничего. Нет никого. Должно быть, уже забрали тело. Осмотримся, не пропустили ли они чего. Так, ну сейчас ведьмак на своем таком, можно сказать, карантине с диетой рыбий. Так, карантин для нас, рыбная диета для него. У меня ж рыба здесь активна, правильно? Правильно, все, рыбка питается. Подкованные сапоги, много следов. Княжеская стража. Пойдем посмотрим, куда они пошли. Они шли вдоль линии берега. Может, река выбросила тело на берег? Все, что приносит течение, попадает на эту отмель. О! У нас гости, берегись! Я смотрю здесь... Новый тип утопцев. Чисто внешний вид изменился, да? Интересно, когда это дополнение вышло, возмущались, что, мол, просто натянули этот, новые текстурки на старых утопцев и все. Или не было тогда такого? Или это чисто выборочно так происходит? А, ну он же сейчас взрывается, как эти пожиратели, да? Классические. Ну давай! Ну где он там под землей? Во, вылез. Их сюда быстро. Запах крови привлек. Ищем дальше. Только хлам, принесенный рекой. Продолжаем поиски. Так, лутаем кровь. Ну, это значит, вот мутагенчик нам еще пригодится. Один мусор. Не один. Успокойся. От одежды остались окровавленные клочки, но качество сукна отменное. Значит... Жертва была человеком состоятельным, да? Похоже на то. Кровь. Гвардейцы вытащили эти сети из воды и разрезали, чтобы достать тело. Я нырну, посмотрю, может, они что-то упустили. Посмотри на глубокий след. Уплыли отсюда на лодке, причем недавно. Должно быть, они погрузили на борт тело из сетей. Один мусор. А чё ты это оружие достал, дружище? Хотел заехать, что ли, Геральту, пока он осматривает? По темечку. Так. Гвардейца. Холст. Еще какая-то... Бодяга. Шелковый платок, монограмма ДЛК. Скорее всего, принадлежал дворянину. Надо бы понять, куда забрать. Не, ну ты под водой продолжишь разговаривать. Мне было любопытно. Так, к сожалению, нет.
Булькать он тоже не стал. Недостойно булькать. Так, поговорим, а ну-ка, с ним. Что теперь? Понятно, что это не место преступления. Тело плыло по течению реки, запуталось в сетях, а гвардейцы выловили его, погрузили на лодку и куда-то забрали. Осмотреть бы его, прежде чем начнет разлагаться. Хозяева постоялого двора наверняка смотрели за стражниками и знают, куда направилась лодка. Спросим их. Спросим, спросим. Ох, какая там подозрительная личность. Сдается мне, у нас зрители. Удивлен. Местные еще своим внукам будут рассказывать про тот день, когда из сети вынули из Кромсона останки. И вот еще что. Под водой я нашел платок с монограммой ДЛК. Тебе это о чем-нибудь говорит? Делакруа? Нет. Он стал жертвой бестии. Возможно. Ты хорошо его знал? Давным-давно мы были друзьями. Но наши пути разошлись. Это был человек крайностей. Если называл кого-то другом, то стоял за него стеной. А если врагом, то шел до конца. И много у него было врагов? Да. Но что общего это имеет с бестией? Ты затронул чувствительную струну, Геральт. Воспоминания тех давних лет, к которым я не хотел бы возвращаться. Тогда вернемся к этому позже. Пойдем на постоялый двор. Вскоре я тебя покину. Хорошо. Так, места, где можно начать новое задание, дополнения обозначены, ну, естественно, также восклицательным знаком, но только красным. Их пока тут не видно. Ну и на постоялом дворе заодно как раз первую дощечку. Я должен явиться ко двору. Ведь ты только вернулся, Хусен. Догоняй и отвечай. Рыцарь досточтимой княгини не знает отдыха. Ага. А пенсии он знает? Я думал, что не успею приступить к своим обязанностям, но вернулся вовремя. Когда смотришь тело, не забудь. Тебе еще надо предстать перед Анриеттой. Анриеттой? Досточтимой княгиней. Прости, я забыл. Между собой мы называем ее по имени. Но только не при Пальмирине. Он обижается на такую фамильярность. Кто боится, тот окончит дни в темнице. Оу, испанцы. Ну, по аналогу, скажем так, да? Так что, надолго к нам? Сюда заглядывают купцы, сборщики податей и сплавщики. Нигде в Тусенте не найдешь лучшие похлебки из раков. Раки — это хорошо. У нас своих смельчаков не хватает. Хватает, но против бестии одной смелости мало. Бестия — нечистая сила, против нее ведьмак нужен. Или чародей. Молодец. О, разыскиваются грозные разбойники. Антуан Скворец Страген, Лот, прозванный полуэльфом, и Филиберт Четырехпалый. Из лука он, похоже, не стреляет. Четырехпалый это. Вечера творчески. Ладно, давай доску сейчас проверим. Ведьма Геральт из Ривии, прозванный Белым Волком, разыскивается для работы проводником. Заказчик обещает высокую ставку за необычный заказ. Подробности в временном походном лагере графа Беледаля. Внимание! Убедительная просьба, прочим лицам не являться в указанное место и перестать выдавать себя за Геральта из Ривии. Граф Беледаль не вчера родился и хорошо знает, кто тут ведьмак, а кто шельма ничтожная.
темную личность, что является в лагерь в разных одеждах и с деревянными мечами, просим наконец успокоиться. Объявление. Странствующие рыцари и прочие силачи. Княжество призывает вас на помощь. Вас ждет щедрая награда. Подробную информацию можно получить в представительстве Камерленьо на площади спящих рыцарей. Спящий рыцарь — это плохо, на площади. Генеральное казначейство объявляет устные торги по продаже недвижимости, включая постройки, сельскохозяйственные угодья и винодельни, расположенные в районе леса Караберты и оставленные в наследство казне княжества графом Креспи, который уснул вечным сном, не оставив наследников. Принимая во внимание исключительные свойства поместья Бельгаард и его значительные возможности в области производства вин, прославляющих княжество в самых отдельных уголках мира, к торгам допускаются исключительно граждане княжества Туссен. Странствующим рыцарям и прочим подобным объявляется всем и каждому о том, что необходима будет помощь добросовестных сил охраны порядка. При передаче означенной недвижимости новым владельцам могут возникнуть незначительные трудности, избавление от которых возможно исключительно с помощью средств непосредственного принуждения. Я надеюсь, не крестьян выгонять, а разбойников придется. Большой турнир по игре в Гвинт. О, граф Монье имеет честь объявить начало турнира по игре в Гвинт. Желающие должны внести свою кандидатуру на участие в Фазанерии. Напоминаем, что на этом турнире используется новая масть, которую разработал сам граф Монье. Приглашаем участников. Новая масть, которую может использовать только он и бьется только от него. Так, заказ для ведьмаков. Боклерская гильдия бандарей ищет человека или людей для сопровождения каравана торговцев по землям Белого Ужаса. Более подробную информацию можно получить у Гастона Легафа в лагере торговцев в лесу к северу от виноградника Караната. Могрен Пулен, младший секретарь по делам предупреждения опасности и рисков, Боклерская гильдия бандарей. Так, чиновник просит о помощи. Может, удастся неплохо заработать. А у тебя ружье там, что ли? А, арбалет все-таки. Я подумал, вообще тут испанцы. Времен вторжения в Америку. Клянусь честью, неужели повар как раз готовит паштет? Не иначе, господин де Пейрак Пейран. Долго же мы вас не видели. Милости просим вас к столу. И вашего товарища тоже. Но ответьте, почему я не чувствую запаха похлебки из раков? Похлебки сегодня не будет, потому как раков нет. Вы, может, и не слышали еще, но я нашел сегодня в сетях мертвеца. Встал я чуть свет, как обычно. Смотрю, небо красное. Мы как раз по поводу этого мертвеца. Видите ли? Человек, которого вы пригласили к столу, был призван сюда из чужеземных краев, досточтимой княгини, дабы выследить и убить бестию. Мы пригласили к столу двоих, но поскольку господин де Пирак Пиран темпераментом похож больше на зайца, чем на гончую, я так полагаю, что речь идет о другом госте. С кем имеем честь? Ну, допустим. Меня зовут Геральт. Скромный вы человек. Должно быть, мало общались еще с господином де Пирак Пиран. Довольно меня подначивать. Геральт – мастер ведьмачьего цеха. И у него к вам есть вопросы насчет последней жертвы бестии. Тело я обнаружил. Солнце только всходило, когда я по своему обычаю проснулся, сел на кровати, посмотрел в окно. Гляжу, небо красное. Спрашивай, Геральт. Не то мы тут до зимы останемся. Небо красное, слушай. А ну-ка. Было раннее утро, ты пошел проверить сети, и что потом? Вышел я из хаты, гляжу... Клянусь честью, к делу, добрый человек. Мы уже знаем, что ты нашел труп в сетях на раков. Потом-то что было? Ты видел кого-нибудь поблизости? Что-нибудь особенное, что привлекло твое внимание? Никого не было. Только я. А особенного... Ну... Что ты увидел? Только
если я еще раз услышу, что небо было красное. Ну, голова прямо на воде была. Глаза вытрощены такие, язык синий наружу. А рядом в воде плавала рука. Ты хорошо рассмотрел останки? Я так перепугался, что побежал, что есть силы, в город. Вернулся с гвардейцами. Они там мне велели держаться подальше. Долго ловили эти куски. Сети мне порезали. До того там все запуталось. Мне надо осмотреть тело. Знаешь, куда его забрали? Его перевезли на лодке на другой берег реки. Потом погрузили на телегу и отвезли в подвал в Корво-Бьянко, чтобы держать на холоде. Что? Йеннифер? Корво-Бьянко — это вотчина барона Росселя. Если он узнает, что ему из винного погреба сделали мертвецкую, он собаками затравит. Пока вы были в отъезде, винодельня была продана с аукциона. А, нет. Кто это был? Та женщина, которая вышла. Я не заметил, чтобы она входила. Это должно быть Линка, дочка кабачика. Погоди, Геральт. А то меня сейчас удар хватит. То есть, как винодельня продана? Не может быть! Ну, ни для кого не секрет, что барон по уши увяз в карточных долгах. Кредиторы, в конце концов, захотели вернуть свое. Княжеская канцелярия скупила все на корню, а Россель сидит теперь на содержании у брата, в Виковара. А я ведь говорил Росселю, что он доиграется. Сколько можно жить за прежние доблести? Кредиторы, в конце концов, сообразили, что обещания ничего не стоят. Такие времена. Современные рыцари — лишь бледные тени прежних героев. Правду говорят, что бестию наслали боги в наказание за упадок прежних обычаев. Значит, говорят, бестия — это кара богов? Рыцари отступают от давних обычаев. Прежде они были защитниками княжества, теперь они превратились в крахоборов. Как дам тебе сейчас! Пусть говорит. Княгиня торгует титулами и возводит в достоинство грешников. Мы свернули с пути добродетели, утратили милость богов, и боги наслали на нас кару. Не слушай этих бредней, Геральт. Он наверняка подслушал их у какого-нибудь уличного вещуна. По правде сказать, этих вещунов последнее время высыпало, как у больного Чириев. И все твердят то же самое. А что еще о бестии рассказывают? Кроме того, что это божья кара. Люди не так глупы. Они видят, что бестия убивает только в дни святых покровителей. Какая придирчивая. Благодарю за гостеприимство, мне пора. Пойду осмотрю тело. Корво-Бьянко недалеко отсюда, у турнирных полей. Просто не сходи с дороги, наверняка не заблудишься. Ты не поедешь со мной? И правда, тебя же ждут какие-то обязанности. Какие-то? Еще до отъезда в Велен достопочтимая княжна оказала мне великую честь и в этом году назначила на роль зайца в большой игре во дворцовых садах. Увидишь меня в костюме? Просто лопнешь со смеху. Меня сомневаюсь, что это большая честь. Меня спросить, в чем здесь дело. Но, похоже, это долгая, запутанная история, без сомнения, уходящая корнями в давние традиции. Всего доброго и удачи тебе, Мильтон. И он сел тут выпивать. Молодец. Вот что-то может он взять. На всякий случай сохранить, а то его... Вдруг сейчас меня обвиняют в воровстве. А так, сведения участников квинта. Мое имя граф Манье, я организую... Организатор турнира по игре в Гвинт. Как вы уже наверняка знаете, я ввел в игру новую масть Скельги. А, то есть колоду типа вот полностью. Я уверен, что она разнообразит Гвинт. Так что эта и без того замечательная игра станет еще лучше. Почту за честь, если вы выберете для игры масть Скельги. Голдфрид и рыцарь шахматного поля. Настал последний день турнира. Ну ладно, это потом почитаем.
Удался это. Докончу паштет и собираюсь. О, сударь, с таким фасадом ты удам расклад. Фасад что надо? Ладно, а ну-ка, с тобой в гвинт можно еще сейчас сыграть? Я бы посоветовал нашу знаменитую рыбацкую похлебку. Но у нас, как назло, раки кончились. Так замени их рыбой какой-нибудь, хоть бы и окунями. Заменить раков рыбой? Помилуйте. А дальше что? Уксус вместо вина? Петрушка вместо тимьяна? Вы, северяне, хороший народ, только в еде ни шиша не смыслите. Ну, не, ну раки — это классная штука, вот чё, вкусно. Не слыхал ничего интересного? О чем рыбаки говорят? Об одном нордлинге, который раков от окуней не отличает. Давай-ка по делу. Да еще и в чужие дела лезет. Я разговоры клиентов не подслушиваю. И уж точно того, что слышу, повторять не стану. Жаль. Покажи для начала. Покажи свои товары. По-любому карта скеллигюти. Нет. Но у них действительно тут толстый с зеленью. Я думал, это сыр с плесенью. Всякие похлебки, свиной фарш, шоколадное суфле, паштет из птичьей печени, малиновый сок. Это тут, я смотрю, вообще можно разожраться. Ну, мы и так ходячий. Ну, все-таки, наверное, кабак ходячий, учитывая, что пиво у нас больше всего, чем еды. Закусывать так-то ведьмаку. Он сейчас рыбка как раз. Он просто окуней переел, как раз символично. Ведьмак сейчас питается у нас окунями, какой-то рыбкой. Так что бывает. О, и ставки здесь побольше. Раз рыбацкой похлебки мне поесть не судьба, давай хоть в гвинт сыграем. А то в предыдущем дополнении сударь, маловато было. С таким фасадом ты удам на расхват. Ну и вот скеллиги. Сейчас как раз будем знакомиться. Так, лекарей оставляем. Предлагаю вас заменить. Вас из ДАС. Я натурлых, отлично. Отправляем. А сразу шпион. Так, съешь их побольше, и мир уже не станет прежним. Мардрюм. Скорее всего, удваивает, да, силы. Обращает всех берсерков в ряду в медведи. Ох как. А ну-ка, сейчас посмотрим, что там за берсерки будут и медведи. Вот, отлично, шпион еще один подъехал. Вот он, лютик. Да, первый раунд, если что, мы можем срыть тебя. И музычка какая. Легкий дракар. Подтягивает подкрепление. Сыграть их немедленно. Ну а сейчас мы будем подготавливать кого-нибудь под возвращение лекарями. То есть, соответственно, ну, допустим, вот его выкидываем. А он пасует. Пес смердячий, а? Молодец какой. Не стал вестись на поводу у меня. Ну хорошо, я тоже пасую тогда. Но у нас в два раза больше карт. Керрис. Наша старая знакомая. Еще и подружек своих подтянула, да? Которые еще и братскими сердцами являются. Обалденная штука. Ну хорошо, что у меня есть вот эта карта. Угу, противник спасовал. Значит, делаем вот так. И пасуем тоже. Теперь у нас трое как раз есть вариант поднимать. О! Почему ты так сделал? Что ты сделал, чтобы так... два отряда сразу с того света вернуть? Ну давайте, уже выигрывать надо униками сразу.
Так, ну Йеннифер. Шпиончик, отлично. Батл будет интересный. Ну, сжечь ты никого сейчас не сможешь. Как ни старайся. Шпионов тоже задействовать пока не буду. Но смысла нет. Мы должны его выиграть и без шпиона. А тут он удвоит сейчас. А хотя, если он сейчас еще будет подтягивать и подтягивать, то вполне возможно, что придется. Хотя, знаете, сейчас есть смысл использовать шпиона. Потому что они будут по 14. Два отряда, и я смогу их сжечь. Вот они, берсерки, которые могут в медведи превращаться. Медведи, наверное, поболят, да, требуют. Ну давай, рискну. Главное, чтобы он не подбросил никого побольше. Хотя у меня есть запасные, если что, карты. Вот он, Мардрюм. Как раз медведи посмотрим. 28. Еще и усиление кидает. То есть он так-то прилично в 3 раза увеличивает хп, там 12. Или подожди, 14 у него. Или это еще бонус? За счет он самого себя еще может. Ну ладно, короче, еще увидимся с медведями. С медведями мы еще однозначно увидимся. Сейчас сжигаем. Ну, потому что плюс 2 еще вот здесь сделал он, да? Этим. Ребятушкам. Мишку сжигаем. Дракаров у него больше нет. Да, пожалуйста. Эй, музыка какая, а? Ух, Крахантрайт. Он весь отбойник мой выбросил, да, получается? Отбой обоих игроков тасуется и возвращается в колоды. То есть не просто сжег, а вернул в колоду. И за счет шпионов можно было бы вытаскивать их, если что, так вдруг. Заново. Допустим, если против нильфов играть, повытаскивал, а он пасует. Похоже, у него какая-то последняя карта. А я могу же использовать, посмотреть сейчас, что за карта у него, что я буду гадать. Да, казнь. А почему он казнь не использует, я не пойму. Казнь как раз бы убрала моего... А, у него 12 здесь, все правильно, да. У тебя 12, ну тогда пасует. И начинаем получать карты. Скеллиги, а? Вот, воительница клана. На севере должно быть... варварство. Скеллиги. Ну, уников можно тоже использовать. Гюнтера от Дима также. Это мы видели, можно. Но всех, да, вот этих именных персонажей, в принципе, можно. Ну и воительницу можем забросить пока, в принципе, в колоду. Первая представительница. Колода Скеллиги. Новое задание. Собрать ее полностью. Далеко нам нужно там бежать? В имение. В принципе, нет. Тут и вопросики есть, если что. А, в имение осмотреть его. Ну ладно. Предлагаю это сделать уже в следующей серии. Вот такая вот у нас сегодня первая серия данного дополнения. Ну, выглядит так. Внешне очень-очень симпатично. Эта местность очень живописна. Живо-живописна. С вами же был Верус. Всем добра. До следующей серии. Пока-пока.